Эту площадку перед детским садом «Березка» отсыпали буквально на днях вместе с участниками улиц Октябрьской и Анапской. На эти цели потребовалось около 100 кубометров щебня. Станичники обратились к главе города-курорта, потому что ситуация напрямую касалась здоровья и безопасности детей. Дети и родители приходили в детский сад грязные, недовольные, постоянно жаловались, потому что не было дорог. И мы очень благодарны главе администрации муниципального образования город-курорта Анапа Полякову Юрию Федоровичу и очень благодарны нашему депутату за то, что так оперативно, так быстро нам оказали помощь. Сейчас дети приходят чистые, родители довольные. Как сообщили в городском управлении ЖКХ, в программе ямочного ремонта улиц также больший акцент на сельские территории, чем в минувшем году. Работы запланированы в станице Анапская, селе Супсех и поселке Цибанабалка. Щебень же выделяется в постоянном режиме. Его распределяют сельские администрации по решению общественных советов. Я думаю, что те темпы, которые взял глава, мы видим, что 2 марта им же было выделено достаточное количество объем щебня. Были отсыпаны две улицы, это Кубанская улица и улица Школьная, тоже где-то в пределах 200 км. И думаю, что если такими темпами будем идти, в ближайшее время значительно порешаем проблемные вопросы станицы Костогайской. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.